Что это все-таки? Вот отсюда есть. Это, мне кажется, это путь к самопознанию. То есть, чем больше ты тренируешься, тем больше ты начинаешь понимать именно саму философию дзюдо, либо самбо, либо любого единоборства. И тем лучше ты начинаешь понимать жизнь, допустим. Потому что вот этот вот гибкий путь, правильно, допустим, у нас и в жизни бывает зачастую, как вот, ты же не можешь достигнуть каких-то высот определенных просто так, да, допустим. Ну, бывают счастливчики, да, там выиграют лотерею, но они не готовы к этому, это всегда плохо заканчивается. А когда же ты хочешь достигнуть, как стать, допустим, хорошим человеком, достойным членом семьи, вырастить детей, посадить дерево, построить дом, да, допустим, нужно всегда быть, достигать, ну, иметь в себе те качества, про которые мы вам рассказывали, допустим. Потому что без них, то есть, ну, очень в нынешнем мире, который сейчас, допустим, все намного быстрее, правильно, с такой потоком информации, нужно все равно оставаться человечным, то есть, и вот эти все качества помогают именно не заблудиться в этой жизни. На этой ноте мы заканчиваем. Не заблудитесь в жизни. Дзюдо и самбо вам поможет в этом. Мы надеемся, да? Занимайтесь дзюдо, занимайтесь самбо, несмотря ни на что. С вами вы смотрели «Планета дзюдо». С вами был Андрей Волков. До новых встреч!